Это мы, короче, въезжаем в Ныроп. Вот чувак уже идет, кинолог. Вот зоны начались. Ныропские, северные. Северные уральские зоны. Ныропские. Строгого режима. А по-моему, одна особого. Да, одна строгого, другая особого. Дождь, конечно, застал меня. Вот такие зоны. Вышки, колючка. Депресняк и мрак. И дождь еще до кучи. А раньше здесь в округе было куча зон. Валай, Вижай, Бубл, Колва, значит, Петрецова. А сейчас все позакрывали, только вот остались две. В самом Ныробе. А лесные зоны все закрыли. Вот. Дожди на все сильнее и сильнее, господи. Вот это в Ныробе конец асфальта и конец цивилизации. Вот прямо резкая граница. Впереди полный пиздец. Но мы туда сегодня не поедем. Там дальше Валай, Вижай, Колва Северная и всякие ебеня. Ну, мы все поселки зоновские, короче. Этот дождь меня застал в Ныробе. Вот. Ну, что делать? Дождь есть дождь. Ныроб — это пиздец ебеня. В ебенях есть магниты и пятерочки. И бухло. И бухло. Сейчас мы поедем на Ныробский аэродром. Лесоохраны, которые у нас тренировались, которые у нас тренируются каждую весну перед пожароопасным сезоном. Там дорога, правда, трешовая такая. Это яма тут, куда царский родственник сидел в ней, в яме. Вот теперь мы поворачиваем направо. Блять, там такой пиздец дорога, господи. Попробуем что. Ну рожа, господи. Ныробская, чисто Ныробская. Песок вообще трэш просто. Трэшак. Песок — это трэшак. Я уже вон, боевые потери у меня есть. Зеркало уже пролюбил вчера. Упал. Болтает по песку, вообще трэш.
вот такой тут асфальт жидкий. Дожди капает тихонько. Сирень цветет в ебенях. Надо резину злую ставить, господи. Аэродромчик вон впереди видно, Ныровский. Дорожки шикарные, конечно. Надо осторожнее, потому что резина у нас такая себе. Универсаль. Задняя еще более-менее шинка. А перед-то вообще трэш. Почти асфальт. Он такой скользкий, вот этот грунт. У меня ноги прямо скользят. Даже когда ноги установлю, ставлю на землю, они прям скользят даже. Жесть. Колесо заднее забуривается. Песок, он глубокий. Песочек, жидкий асфальт, нанотехнологии, опа, ямки. На эндурике это, в принципе, не было бы проблем, но это же не эндурик, это тур-эндурик, плюс резина такая еще, лайт, сухой грунт и все. Никак не грязь и не песок. Но опять слую поставить, если тут по асфальту будет плохо ехать. Вот, болтать и скорость не наберешь. Поэтому так пойдет, в принципе. Мы же не лезем в самую такую говно и грязь. Так что. Пойдет, короче. Давай, гусь, вези. Вези, гусь, вези, вези. Вези, гусь. Гусь везет. Везет.
поле летное. Там куча машин стоит. Маленько осталось. Вот уже. Перезагрузка нужна. Вот осталось 100 метров, господи. Скользко, трэш прямо. Вон, доехали. Здравствуйте, господа! Да. Так я вот задержался в дороге. Путешествуете везде. Здрасте. Смотрим ВКонтакте. Ну. Здравствуйте. Куда опять поехал? Да никуда. Так, по именям гоняю, да и все, че, к вам решил заехать. Здрасте. Здрасте. Один что ли? Ну. А что один-то? Так выходной, видишь, понедельник, вторник, и никого не могу найти. Ты ночевать будешь? Ну, хотел бы. Пустите. Ну, конечно. Ну, все, что. Тут дождь весь промок, вон. Весь прямо. Как раз уже после искры дождь-то пошел, как бы. А там везде все сухо, да? Там сухо вообще. А, у нас, блядь, весь день вот так вот кружит и кружит. Я вот еду, прям молнии, видно вот в вашей стороне, прям сверкает. Ну, жесть. И попал после искры уже, как бы. Самолета пока нет, да, у вас? А? Не летаете пока еще? Ну, как? Самолета нет? Да. Ну пока не летайте, да? Гайны на пожаре сидят, гайны-то летают. А, гайны летают? Все в пожарах. Ага. Ну да, жара такая стояла. Там еще в Питере были, да? А? В Питере были. Да я каждый год. Сейчас в этом году раза 4 был там уже в Петербурге. На мотоцикле ездили? Нет, на самолете. Ага.